Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Від того, як ми сплануємо увесь наш наступний рік, буде багато чого залежати, особливо наш успіх. І нам потрібно розуміти і знати, як правильно планувати. Тож, до нашої студії ми сьогодні запросили Максима Шумакова, президента Української асоціації НЛП, розробника психотехнологій. І я так сподіваюся, що саме з тієї сфери діяльності, якою ви займаєтесь, ви зможете вилучити ось ті правильні рекомендації, які нам так необхідні. Тож, з приводу таких свят, як Новий рік, якраз тут і хочеться запланувати і подивитися, як же воно буде далі. І кажуть, що ця робота, пропрацьована і розроблена вами, вона обов'язково приносить успіх. Чи це правда так, і як же потрібно підходити до цього питання? Ну, нельзя сказати, що прям все розроблено мною, тому що тут, може, якісь нюанси. Технологія проста, психологічна. Новий рік – це як для нас в нашій культурі начало нового чего-то, нового періоду. Можна змінити життя. Тим більше, нічого собі. Самостоятельно. Тим більше, що свій личний... То есть сам праздник эмоционально, это же как момент перехода. Если его правильно подготовить, а мы можем сейчас его начать правильно готовить, то следующий год будет другим, лучше, таким, каким вы захотите. Конечно, будет поработать, постараться, где-то напрячься, но потратить на это время, силы, но это можно сделать. Так, а дивіться, сколько у нас тут днів залишається? Це ж зовсім небагато, ну, десь так, тиждень, так? Трошки більше. Да, хватит. Ну, що ж? Просто, почему на Новый год? День рождения – это личный праздник. Новый год празднуют все, всегда. Это такой, как большой... в культуру уже записаний масовий перехід між чим-то старим і чим-то новим. Можна старе відбросити, нове почати. Так, старе відкидаємо, якщо воно нам зовсім не подобається, ми його відкидаємо і починаємо з чистого листа. Це працює? Чи от людина так хоче, наприклад, почати з чистого листа, кожного року хоче, а от ніяк не виходить? Там є кілька елементів. Во-первых, треба правильно настроїтися на це, правильно сформулювати бажання. Це не всі, далеко не всі роблять. Потом правильно его начать в себя внутрь записывать. И записав себя внутрь, а это уже в течение января, потом потихонечку. Так, правильно записати всередину. Мені це дуже сподобалося, бо якщо ми все це зможемо навчитись робити, то у нас, мабуть, і результат буде. Так от, що ж записувати потрібно? Образ желания, то, що ви хочете, по-перше, хорошо написати на бумагі. Тому що говорити легко, а от пишемо ми більш ємко. Представить себе это, как это будет выглядеть, и если оно нравится, хочется, несколько дней с этим пожить. То есть уже сегодня надо написать цели и желания, нарисовать к ним картинку каждому. Если до Нового года не перехотите, оставляем. Потому что человек, вот утро вечера мудренее. Вот человек вечером что-то придумал, утром смотрит, какая-то глупость. Почему? Потому что оно поварилось. Желание надо заранее. Вот неделю потратьте на то, чтобы настроиться. Я хочу, чтобы так было, так и будет. Как ты тогда будешь жить весь следующий год и потом всю жизнь, если оно так будет? Если не перехочется, если не возникнет каких-то сомнений, каких-то неприятных ощущений, может быть, мыслей, чувств, оставляем желание. Тогда мы уже начинаем его реализацию. Если какие-то сомнения пошли, лучше его выкинуть. Оно не настоящее, либо не своё, кстати, может быть. А, може бути не ваше. До речі, дуже багато нав'язаних нам бажань, які приходять звідусіль, а ми їх сприймаємо за свої. Дуже часто нам дають неправильні установки. Так от, як розібратися, що вона твоя, чи вона не твоя, чи вона, можливо, зовсім не підходить тобі? Ну, очень легко это считывается в ощущениях, в эмоциях. То есть, когда я что-то хочу, и это правда, я это делаю, мне это нравится, я это сделал, мне это нравится, я это хочу. Мне, то есть, на всем этапе достижения желания я получаю удовольствие, наслаждение, то есть, я к этому стремлюсь. Если где-то у меня возникают сомнения, конфликты, лень, там, забываю, то есть, что-то внутри мешает, что, значит, цель не очень своя. Вон, сколько людей получают высшее образование, чтобы диплом родителям показать. Не по своей специальности, не по своей любимой специальности. Ему, то есть человек что делает, ему от этого плохо. Он там устает и напрягается. Ну, напрягается, ладно, устает и недоволен. Значит, он делает не свое. А вот смотрите, если, например, мы возьмем, там, например, шкільні роки наши, все же мы учились в школе, все отримували освіту, ну, середню, скажем так. Не будем говорить сейчас про вищу и так далее. Но середня освіта, она должна быть у всех. И комусь легко, якось легше. А комусь тяжко, але ж це все потрібно. І так само, як, наприклад, робити якусь зарядку, чи їсти правильні продукти, чи будь-що. Тобто, якщо нам це не хочеться робити, це ще не означає, що це погано.
Можливо, тут треба розібратися з вашими бажаннями, ну, самими такими елементарними. Да, у ребенка и период такой, надо научиться напрягаться и усидчивости. То есть в этом смысле школа необходима, конечно. Но когда человек уже взрослый, он уже начинает жить своими, хотя бы заявлять, что живет своими, своей жизнью, своими целями, там, после 17-18, то пора бы уже... Звісно, вже час з'ясувати, що ж ваше, що ні, а потім наступний етап вашої роботи. Ось для того, щоб ви не змогли розсередитись, а для того, щоб ви сконцентрувалися на чомусь основному. От які правила, що потрібно робити і чи є прийоми практичні для того, щоб все це у вас вийшло? Перший шаг. Ми ставимо ціль, желання. Формулюємо і... Хотя бы несколько дней, ну, до Нового года, ждем, готовимся. Чтобы именно вот точно хочу, много дней уже об этом думаю и не передумал до сих пор. И не возникло сомнений. Причем не просто написано, а образ некий. То есть и написано, и картинка. Второй шаг. В Новый год мы делаем новогодний волшебный ритуал. То есть надо... Спалити бажання, що правда? Например. Працює? Та не може бути. Ну, кажуть, що це... Это должно быть что-то очень эмоциональное. Если спалити для вас не эмоционально, то возьмите что-нибудь посерьезнее. Наприклад. Возьмите сейчас будь шутка. Возьмите арбуз, возьмите большую петарду, заверните бажание, положите, как бы, и потом соберите этот арбуз назад в руку. Вот что-то эмоциональное, яркое, впечатляющее, чтобы в Новый год уже состояние особенное, ваше желание как образ и что-то яркое, запоминающееся. Вот этот момент, когда мы записываем себя таким событием, это желание. И потом мы должны побориться, потом себя еще, ну не то чтобы поуговаривать, это называется еще аффирмация или самовнушение, когда мы просто себе напоминаем, что я этого хочу. Вот думаем, хотя бы 3 недели, 21 день или 40 дней, мы вот как настраиваемся на работу, как настраиваемся на что-то хорошее, так мы настраиваемся на желание. Угу. Проснулись, если остался кусочек этого арбуза, то есть даю рецепт. Ну, конечно, сложно повторимый, но принцип именно такой же. Желание... в петарду, в арбуз. Арбуз разлетается на 40 частей. Мы собираем эти 40 частей и каждый день по одной части съедаем. Мы таким образом создаем яркое событие. Мы потом 40 дней, ну хотя бы 20, да, этим кусочком арбуза, съедая его, как бы подпитываем себя, съедаем свое же желание, подпитываем, напоминаем себе каждое утро или каждый вечер. Слушайте, Максим, ну я думаю, что, может, не все кавуны любят, а? Может, что-то... Звичайно, я жартую зараз, це був жарт, ні в якому разі не треба повторювати, бо Максим теж пожартував, я так сподіваюся. Берем 40 слів, зжигаємо в шампанському, поливаємо шампанським, поливаємо сливи, сідаємо 40 слів по одній в день. Так проще. Так, ну добре, нехай буде. Ну, сливи ще нехай, там це ж не кавун, який розлетівся, там і ти його хто знайде, шукаєш. Ярке емоціональне событие, як його зробити? Його можна зв'язати з фейерверком, його можна зв'язати... Кстати, многие связывают его с запоем, почему-то это плохой способ, это не надо. Угу. Там тоже ярко эмоционально, но не туда, оно скорее наоборот. Вот чем себя удивить надо чем-то вдохновить? Ну, может быть, не только сливы, может быть, цукерки, можливо. Может взять еду, которую вы никогда в жизни не пробовали. Ага. Кстати. Так. Тоже будет для риза необычная. Угу. На 40 кусочков, ну, на 2, дуриан можно, например, порезать на 40-20 кусочков. Так. Достаточно большой. Ну, главное, чтобы не пропав за весь цей час. И заморозить. Да, и ежедневно себе напоминать. Можно листик из желания порезать на 40 частей и съедать по кусочку. Ну, что-то, в общем, нам нужен ритуал долгий, 20-40 дней. 21-40. А вот чему? Для чего эти ритуалы взагалі потребны? Бессознательно должно привыкнуть к тому, что это правда, это по-настоящему, мы точно этого хотим, и это стало регулярным чем-то, постоянным. Ага. Угу. Вот привыкание идет за 21 день минимум. Да? Ну, может быть, чуть быстрее, но обычно минимум. За 40 дней оно перестает считаться новым чем-то и уже свое привычное. Это как зарядку делать. Мы за 3 недели втягиваемся в привычку, потом не оторвешь. Так же и желание. Угу. Потом желание надо еще достигнуть. Это еще третий шаг. Надо его так правильно распланировать, ну, если мы расписываем уже, если оно большое и сложное, чтобы вот, человек планирует на год, на 10 лет, на всю жизнь, может быть, пишут же люди цели, на тренингах в том числе, а реально планируют на неделю. Он не знает, что будет делать через выходные, там, через, вот, что будет делать через 2 понедельника. Ну, я себе приблизно так планую. А люди не планируют. И они говорят, цель вот там, далеко, а я здесь суечусь. Вот они должны быть связаны. Поэтому если вы планируете на каждую неделю, то есть, например, то у вас весь план должен идти этими недельными кусочками. Вот вы закончили один шаг, а через неделю следующий надо сделать. Угу. А еще через неделю следующий. Люди, например, планируют, я хочу
дом. Бачите? Так, ну от це, до речі, багато хто планує. Mm. Давайте візьмемо зараз за приклад саме оцей приклад. Mm. Я хочу собі великий будинок, наприклад. Mm. Ну, чи будь-який будинок, mm-hmm. так? Ну, житло. Угу. Чи квартиру, наприклад. Ну. Справді, це бажання таке, що за один рік воно ж може в когось вийде зробити, а в когось і ні. Той, хто знає, що за рік він може купити собі будинок, він не буде, мабуть, собі там на новий рік собі це замовляти. Ну. Людина вже собі має реальні цілі і вона собі купить. А люди, у яких немає такої можливості, от вони собі будуть бажати і будуть хотіти. Як це зробити? От великий дом можна розбити на багато недільних кусочків. От якщо я хочу дом через рік, наприклад. Через 5, какая разница? Что я должен взять за эту неделю? Что делает нормальный человек? Думает, дом это далеко, это потом. Я сначала заработаю деньги и начинаю uh-huh. заниматься год, два, 10 занимается какими-то своими делами, не связанные с этой целью. То есть, если я двигаюсь в сторону дома, то первая неделя я что? Во-первых, я хотя бы узнаю цены. Ну, хотя бы рынок, треба подивитися, розізнати, да. Що ж там, скільки ціни хоча б, так? Найти, где взять деньги, может быть, чуть-чуть, может быть, первый взнос, найти, какие есть еще варианты, может быть, можно построить. Там же куча вариантов, от построить угу. до... Бывали такие чудесные случаи, например, у меня в практике, когда люди просто получали дома. Просто так? Не то, чтобы просто так. Они их находили таким способом необычным угу. для себя и окружающих, что вот теперь ты живешь в доме, в котором хочешь, и ты не потратил на это 10 лет. А потратив полгода, наприклад. Угу. Різні бувають варіанти. Тобто ви хочете сказати, що це працює? 100%? Що треба себе, що треба перший шаг зробити собі вкусно. Угу. Внутрі. Второй, записати цю ціль в підсознання, щоб ви повністю це хотіли, щоб вас туди прям тянуло. Вот этими угу. трехнедельными ритуалами. И потом просто на этапе планирования, когда вы это делаете, планы должны быть адекватные. То есть, если планируете на месяц, ну ставьте, у вас там будет расписано. Если планируете на 3 дня, каждые 3 дня должно быть что-то в эту сторону. Иначе вы забудете. Забудете, отвлечетесь, и опять год пролетел. Так, тобто ми про цей будинок завжди думаємо, ми плануємо, розробляємо усе, що пов'язано саме з цим, з купівлею або просто з отриманням такого житла, так? Наприклад, перша неділя, тобто понеділок я сів і ізучив ринок, скільки стоїть. Запланировался, что через неделю я уже поговорю с риэлторами, поставлю uh-huh. задачу с 3, например, там, с 5. Еще через неделю я узнаю, а где, почем будет земля, а сколько стоят стройматериалы, а сколько мне будет стоить uh-huh. ремонт. То есть я могу расписать, через полгода у меня уже будет почти все готово. У меня будут вот материалы. Вот бывали случаи, когда а вот мимо кирпич проезжает. Uh-huh. Вот просто возьми, он уже есть. Но если я в эту сторону должен, мне не надо. А если я уже иду по пути uh-huh. к этому дому, иди сюда, кирпич. Так. Приміру, кирпич, ага. да? Тобто людина думає і живе увесь час з цією метою. Так? Угу. Виходить, що так. Ну, звичайно ж, воно буде працювати. І все, що на це похоже, буде якби притягуватися. Угу. Або інше, ну, наприклад, там дівчина хоче схуднути, ну, собі ставить там за мету, ну, я хочу схуднути там, не знаю, на 20 кілограмів. Ну, наприклад, так? Здесь нужна дисципліна, да. Треба чітко собі розпланувати, знати, що ти будеш робити сьогодні, завтра, післязавтра, угу. і для того, щоб хоча б трошечки якось дійти ближче до цієї мети. Так? Тут схуднути, там є свій отличающийся дома момент, там є історичні вигоди. Недополученное удовольствие, избыточный стресс. То есть то, почему можно похудеть, а потом снова вернуться mm-hmm. даже с запасом в прежние. И надо сначала убрать эти вторичные причины. Если мы их убрали, похудение происходит автоматически. А если еще записали внутрь, как желание, если есть кому понравится, если есть ради чего... Mm-hmm. Так, ну що, звісно, треба, щоб не просто так. Мабуть, краще працює наша мета і її реалізація тоді, коли ми знаємо, для чого нам це все потрібно. Коли ви її хочете, іменно чувствуєте, і нічого не тормозить. Угу. Ну, наприклад, всі ж хочуть нормально жити, так? Всі хочуть там собі роботу якусь таку, або на себе працювати, або на... Я не дуже хочу роботу, така образ так собі. Угу. Може бути, я хочу денег? А, от. Вот, то есть это другой образ. Когда человек, угу. я хочу много работать, это неправда, это вранье. Человек говорит, я хочу заработать миллион. Это вранье. Я хочу потратить миллион. Это правда, но не заработать. То есть люди ставят неправильные цели, у них не те образы перед глазами, и подсознание сопротивляется, и ничего не получается. То есть это самый важный момент. Вот почему мы сейчас перед Новым годом заранее это делаем. Сформулируйте желание, напишите, а потом еще и нарисуйте, как это должно выглядеть. Если вам будет продолжать хотеться, вы смотрите на эту картинку и хочется. И с каждым разом сильнее и сильнее. И до Нового года желание не прошло, оно настоящее. Можно эту картинку, шампанское, сжечь, обмазать потом эти 40 слив или 40 кусочков дуриана и каждый день их есть. Так, Максим, ну вот наостанок хочется, чтобы вы все это еще раз проговорили. Ну, усі покрокові такі мрії, щоб вони ж справді збулися. І
проговоріть, і от треба, щоб налаштувалися люди. Тому що часу не так-то багато залишається. Треба ще ж подумати, яке твоє бажання, з чого ти хочеш, і як ти будеш реалізовувати. От. Будь ласка. Я немножко так по-другому розкажу, щоб другим способом. Так, так. Если я что-то хочу, я написал себе желание, я нашел себе картинку, которая на это похожа, и я каждый день на них смотрю до Нового года. Каждый день утром просыпаюсь, смотрю, и мне нравится. И я хочу, и желание нарастает, нарастает. В Новый год я с этой картинкой прыгаю с парашютом. И если я долетаю в целости и сохранности, то это я записал желание в себя. Это такой происходит спайка образа и эмоций. Теперь я это точно хочу. Потом я режу парашют, или там, что у меня, отрезаю от него нитку на 40 кусочков, и каждое утро встаю и по кусочку сжигаю. И вот мне 40 дней, я это желание себе накручиваю. О нем вспоминаю, значит, я буду писать планы. И планы, которые буду писать, то есть у меня каждую неделю будет какое-то действие в ту сторону. В сторону вот это вот. Угу. Ну, тепер іще наостанок, щоб усі повірили вже точно вам. Я знаю, що, Максим, у вас все працює, без виключення, але для того, щоб повірили інші, треба якісь довести ці бажання, так, вже до логічного завершення. Тобто, сказати, наприклад, от скільки відсотків людей дійсно, вміючи і знаючи правильно, як це робиться, отримували те, що вони хотіли. Ті, хто... Процентов 70-80 людей криво ставят цель и поэтому вообще не получают результат, если им социально не помочь. Если помочь, то... Второй момент – это связано с дисциплиной. То есть больше половины людей саботируют из-за вторичных выгод, как-то портят, специально не делают. В итоге мы получаем не результат, а что-то кривое. Еще и человеку, как проще сказать, у меня не получилось, значит, это не я, значит, как бы я плохой. Нет, у меня не получилось, потому что мне дали неправильный цвет, значит, он плохой. И это прекрасно работает, это работает везде всегда, от школы до института, как бы, и с психологами в том числе. То есть самое сложное, может быть, это умение именно вот, как бы, бить копытом. То есть целенаправленно, усидчиво, шаг за шагом эту цель достигать. Вот это то, что мы говорим про зарядку, про похудение, вот эти ритуалы, нужно просто каждый день эта дисциплина. Вот с дисциплиной плохо, к сожалению. Так, ну я думаю, что мы будем все это делать дисциплинованно. Мы же хотим отримати. Но чем вкуснее образ, тем проще с дисциплиной. То есть, если образ так себе, я не очень люблю делать зарядку. Зачем? Ну, это, ну, я понимаю, зачем. Понимаю, но не чувствую. Поэтому я ее делаю редко. Хотя, на самом деле, но редко. А если мне прям очень надо, я ее делаю легко. Без... То есть, сильная эмоция, она дисциплине помогает. Когда цель своя, цели ставить не свои. Ну що ж, тоді я так думаю, що нам потрібно визначитися, поставити мету, розбити її на декілька частинок, на декілька шматків, і потім із задоволенням усе це спожити. Я вам дуже дякую, Максиме, за те, за ці рекомендації. Ще ті, хто захоче, зроблять усе це, так, вони все це пропишуть, і результат обов'язково буде. Тому так сподіваюся, що ми з найголовнішими нашими цілями підемо в Новий рік. Маленький момент. Каждый Новый год, такой ритуал должен быть каждый раз разный. Повторять их нельзя. Старый не работает. Только ну, новый. Добре. Тільки новый ритуал. Так и будем робити. Ну, зустрінемось с вами уже за декілька хвилин.